В такую далеко не снежную погоду очередь в магазинах стоит скорее за дождевиками, чем за елками. Но до Нового года осталось меньше недели, и елочные базары, несмотря на непогоду, начали свою работу. Метр новогоднего дерева стоит от 700 рублей, сосна, например, до 900. Все зависит от высоты дерева. Королевой праздника считается датская ель, она же пихта. В среднем такое дерево обойдется от 5000 рублей. Это дерево южное, поэтому и дороже, не боится комнатных температур. Но и русским колючим красавицам можно продлить жизнь дома. Самое главное, уверяют специалисты, не ставить дерево вблизи обогревательных приборов. А вместо крестовины выбирать специальные подставки с сахарной водой. География отечественных елей достаточно широкая. Привозят их из 5 близлежащих областей – Московской, Владимирской, Тульской, Тверской и Пермской. Все хвойные выращены специально в питомниках, и у каждого продавца в обязательном порядке должны быть карантинные сертификаты.